Доброго времени суток, дорогие детишки. Как не сложно догадаться, я все-таки решил, как было объявлено ранее, доиграть полностью в Dead Space в том акцепте, что DLC еще скачал. Как его? Extinction? Да, наверное, Extinction. Не суть важно. DLC, короче, который сюжет продолжает, как оказалось. Зачем они это делали, загадка, но, видимо, для того, чтобы получить больше денег. И как я понимаю, это им подсказали суровые капиталисты из Electronic Arts, да будь она проклята, как известно. Но не суть важно. Нормальные люди, понятно, так не делают, не дуплят сюжет важный критически на части в отрыве от основной игры. Но в данном случае имеем то, что имеем. Ну, поскольку я хочу уже все-таки окончательно серию эту закончить Dead Space, в том числе и для себя, потому что я понятия не имею, что в этом DLC происходит. И говорят, там какая-то концовка специфическая. Короче, надо посмотреть. Ну, я не знаю, насколько она продолжительная, оно, это DLC. Один-два стрима, скорее всего, вряд ли больше. Вот, и будем ее побеждать по-всякому. В 7 часов вечера по моему времени, в 7 же и по Москве. Чтобы уже поставить точку. Жирную такую точку на Айзеке Кларке. Ну, раз уж студия все равно уже распущена давно, так что никаких других Dead Space'ов нам не светит. Ну и вот. Заходи, в общем, пробуй, если захочешь. Конечно. Ну и до новых встреч в эфире, граждане.